На открытии выставки «Дороги и транспорт Сибири», прошедшей на прошлой неделе, стенд Иркутского технического университета стал первым на пути следования делегации, состоящей из чиновников-дорожников самого высокого федерального уровня, представителей областной власти и вузовской науки. ИРНИТУ представил проекты в области интеллектуальных, дорожных и транспортных систем, инновационные разработки полимер-битум вяжущих веществ и в области паспортизации автомобильных дорог. Чтобы дорожная отрасль развивалась и дороги действительно стали качественными, необходима поддержка науки со стороны власти. При бюджете дорожного фонда Иркутской области порядка 8 миллиардов рублей, даже больше, если считать с федеральными субсидиями, мы не выделяем ни копейки на научно-исследовательские и конструкторские разработки. «Дорогу осилит идущий» – так называется конкурс студенческих работ, который прошел в рамках выставки. Студенты, аспиранты и магистранты ИРНИТУ презентовали свои научные разработки по направлениям автомобильные дороги, транспортные сооружения и городские перевозки, организации и безопасность дорожного движения. Многие из проектов направлены на решение вполне конкретных проблем дорожной отрасли. Например, студенты предлагают использовать комплексное органическое вяжущее на основе вторгипса и золы уноса для укрепления грунтов дорожной одежды автодорог, что сделает строительство магистралей дешевле. Мы укрепляем грунты отходами производства, которые находятся у нас на территории Иркутской области. За счет этого, за счет того, что мы не перевозим, в принципе, то, что это отходы. Вот из этих показателей у нас идет снижение стоимости. В качестве экспертов конкурса – представители бизнеса и власти. Это совершенно уникально и правильно, когда молодые люди, магистранты, аспиранты докладывают злободневные, проблемные вопросы перед такими людьми, которые принимают решения, которые задают хорошие вопросы, правильные практические вопросы. И я думаю, что эту практику нужно развивать дальше. На церемонии награждения пообещали, что работа с авторами проектов-призеров продолжится. А еще власти выразили надежду на то, что в скором времени у разработчиков ИРНИТУ появится реальная экспериментальная площадка для испытаний. У нас в общей сложности 29 тысяч километров автомобильных дорог в Иркутской области регионального и местного значения. И, конечно, мы можем выделить там 5-10 километров, которые с использованием различных технологий под нагрузкой, чтобы мы могли в течение там, месяцев или лет смотреть, как ведет себя та или иная дорожная технология.